Администрация города выделила для сочинского филиала отдельное помещение – 400 квадратных метров в центре курорта. Группы учащихся уже сформированы. Заниматься в студии будут 200 человек. Это прекрасно, что и в Сочи тоже дети совершенно бесплатно будут заниматься в этих студиях. Да, мои коллеги, имеющие творческое образование, будут делиться с детьми всем, что умеют и имеют на сегодняшний день. Учащихся ждут уроки хореографии, актерского мастерства и истории театра, а также предусмотренные мастер-классы, которые будут проводить столичные актеры. Сочи стал 10-м городом в России, где заработала студия «Оперение». И на ее открытие с собственной постановкой приехали юные актеры из Казани. Именно в столице Татарстана 6 лет назад Константином Хабенским была основана первая студия творческого развития.